Всем привет, друзья! Вы на канале Пластилин. Я уже на копе, в лесу, на интересном месте. В прошлый раз здесь мне попадались различные предметы царских времен. Сегодня, думаю, видео будет интересное. Поэтому наливайте чаек, кофеек. Всем приятного просмотра. Ну а я погнал копать. Нашел местечко, и здесь все звенит вот такими свинцовыми слиточками. Наверное, кто-то давно здесь плавил свинец. Ну ничего, заберу с собой, дома все переплавлю. Получится чистый свинец. А вот и пломбочка попалась, старинная, царская. Вижу номер один, какие-то надписи. И с этой стороны вот такая вроде бы корона. И, наверное, дубовые листья. Прикольно. Рядышком еще находочка. Пока не знаю что. Вот такая зелененькая. Наверное, латунь. Давайте глянем. Такая штука непонятная, но судя по вот такой темной патине, старинная. Надписей никаких нету, какая-то накладка, наверное. Вот такой раритет, друзья, инсектицидный препарат. Этот таракана, наверное. Сейчас глянем, какой год. 1987. Химический завод Донецкий. Токсично. Вот так вот. Заберем. Пойдет на алюминий. Ложка старая, алюминиевая. Целенькая. Кстати, такие вещи я частенько нахожу в лесах. В советские времена одноразовой посуды не было. Поэтому люди брали с собой обычные ложки-вилки в лес. И частенько их там теряли. Можно почистить и использовать по назначению. Вот такие железные штуки с двигателя попадаются. Самого двигателя пока что нету. Первая монетка за сегодня. 1 копейка 1973 года. Такая маленькая. Мелочь, но приятно. Вот такая штучка попалась. Латунная. Какая-то застежка, наверное, была. Цвет мед. Это похоже, что от вентиля какая-то запчасть латунная. Ходячка попадается. 50 копеек. 2008 год. Две копейки 1980 года. Обычная монетка, поздние советы, в хорошем состоянии. Еще одна ложка алюминиевая. Друзья, новая монетка. Вот такая крупная. Ух ты, это 50 копеек. Советская.
И она непростая. Это юбилейная монетка. Вот Ленин, СССР. Круто. 50 копеек. Состояние, правда, плохое. Но все равно приятно. Классная монетка. Какой год? Пока не вижу. Здесь даже есть гуртовая надпись. Звезды всякие. Прикольно. Вот такой брелок. Из какого металла, непонятно. Даже надписи какие-то есть. Ничего не понятно. Так, а здесь у нас тоже что-то написано. Вот так оно все крутится. Гильза советская от винтовки Мосина. Давненько их не было. Сейчас глянем, какой год выпуска. Ничего не видно. Плохо видно, нужно чистить. Капсуль целый, а пули нет. Друзья, давайте покажу вам находку. Вот такая тропинка. Буквально на самой тропинке, где-то на глубине штыка лопаты, выскочила вот такая находка. Как вы думаете, что это такое? Давайте глянем вместе. Обалдеть. Перстень. Круто. Тяжелый. Так, опа. Ну и самое главное, есть тут какие-нибудь клейма или нет? Пока что не вижу ничего. Но патина такая, как на серебре. Обалдеть. Колечко. Тяжелое такое. Нормально. На самой тропинке. Рисунок какой-то. Медный поясок от снаряда. Посмотрите, просто какой он огромный. Так его раскрыло. Стал плоский. Тяжеленький. Друзья, на сегодня поиски буду заканчивать. Очень сильно жарко на улице, несмотря на то, что уже осень. Сегодня у меня был совсем небольшой, можно сказать, мини-коп. Удалось походить пару часиков, но тем не менее, кое-какие находочки имеются. Давайте глянем поближе. Конечно же, гвоздь программы — это вот этот перстень. Кстати, кто знает, как проверить серебро в домашних условиях, напишите, пожалуйста, в комментарии. Никаких клейм на нем я не нашел, но похоже, что перстень серебряный. Тяжеленький. Также попалось несколько монет советских, среди которых 50 копеек. Юбилейные с Лениным. Ну и как обычно, 2 копейки, 1 копейка, несколько монет современных. Пломбочка такая интересная, это царская.
с короной. Различные накладки. Брелок такой современный. По войне находочки. Гильзы немецкие, советские. От ППШ. Поясок. И две алюминиевые ложки. Ну и вот такой шмордичок. Место очень сильно замусорено. Попадается много ржавых консервных банок железных. Пробок из-под водки. Вот такая пластинка попалась, алюминиевая. Проволока. Консервная банка тоже алюминиевая. Такая большая. Железо кое-какое попадалось. Баллончик. Вот такая штука. Это нержавейка. В общем, всего понемногу. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Скоро будут новые ролики про поиск металла и заработок денег на нем.